Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Решили сегодня они сыграть в высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. ПСЖ с мячом в центре поля. Первый тайм начался. Мбаппе. Пари Сен-Жермен атакует через фланг. И там есть где разбежаться. Передача. Где-то там есть Неймар. И мяч выбит из штрафной. Кевин Трап. Неймар. Решил пробить. Угловой удар, мяч у ПСЖ.
Навешивает Неймар. Плохой навес с углового. Не получилось тут создать опасный момент. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Пари Сен-Жермен будет вбрасывать мяч, и до ворот совсем недалеко. Андер Эррера. Хорошо мяч перехватили в атаке. Юлиан Драксель.